Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, и на этом оптимистичном жесте нашего космического алкоголика, как он был назван в названии предыдущей серии, я к вам возвращаюсь. После маленького перерыва, но так получилось, надо было все-таки удовлетворить желание общественности и снять ПВЗ, хотя... Почему-то в этом летсплее мне пишут «давай ПВЗ», в летсплее по ПВЗ мне пишут «давай ПВЗ 2», чего ты снимаешь ПВЗ. Я, если честно, расстроен и немножко зол. Всему свое время. Берем бутылку. Будем грустить об этом вместе с ним. Интересно, кстати, пустая или не пустая бутылка? Странно. Я же заначил тут пару бутылок. Надо пойти проветриться. Тут духотища. Мы с тобой потом еще тяпнем, ладно? Полковник, с вами все в порядке. Вы уверены? Он ушел красиво, по-английски. Из-за острова нас отряжает на паразитор речной волны. Осторожно, не наклоняйтесь, а то... Вот он, да. Слушайте, это примерно то, чего я хотел, чтобы разбавить мое настроение. Но я, пожалуй, вернусь назад, посмотрю, может, там есть еще одна бутылка, от которой будут не менее катастрофические последствия. Да и в буфете я бы тоже у него что-нибудь нашел. Ну, хотя, может быть, он не ест, может, он только пьет. Но это, конечно, хорошо. Да, бутылка есть, бутылку он оставил здесь. Почему-то он на свежий воздух пошел без бутылки. Все-таки недосконально знали авторы игры русский менталитет. Хотя, может быть, она закончилась, поэтому он ее не взял. Но брать ее я тоже не могу. Да, здесь ничего нету. Даже несмотря на всю point-and-click составляющую, все равно я не могу... А, не могу. Полезно так говорить. Вот, тут, наверное, будет указание, как использовать наш дирижобль, он же цепелин. Еще есть бритва, чтобы порезать все вены, да? А, не, это... не это. Тут, конечно, можно, но намного сложнее. Это такая мини-пила, она же ключ. Да, если что, я не пропагандирую это... Ну, это можно увидеть в любом фильме и сериале, да. Оу, Комсомольский космодром. Заключение экспертной комиссии. Нужны мне очки, чтобы это прочитать или нет? Сейчас посмотрю. С очками все-таки комфортнее. Итак, Комсомольский космодром. Заключение экспертной комиссии. Предмет. Программа XP-25. Ну, или HR-25. Проект пружинной пусковой установки товарища Фаральберга. Товарищи. После проверок, проводившихся в течение прошлого года, члены Государственной комиссии космической пришли к отрицательному заключению в отношении проекта Фаральберга, программа XP-25. Вообще интересно, это как на автомобильных номерах, даже на русских номерах должны быть только буквы, которые можно читать латиницей. То есть там не может быть буквы «ща», не может быть буквы, скорее всего, «я». А только вот такие, которые можно прочитать по-русски, а можно прочитать по-английски. Также и здесь, да? Ладно, заключение комиссии. Космическая комиссия убедилась в том, что исследования товарища Г. Фаральберга не дадут конкретных результатов ни в сфере стратегических разработок, ни в области космических программ нашей страны. Члены комиссии считают, что настоящий проект станет лишь поводом для насмешек над нашей державой со стороны буржуазной прессы, и снизит авторитет советской космической индустрии. За последние несколько лет, после целого ряда безрезультатных попыток, товарищ Фаральберг явно продемонстрировал предел своих познаний в области механики. В заключение мы вынуждены объявить об окончательном сворачивании программы. Она признана реакционной, и мы прекращаем всякое сотрудничество с товарищем Фаральбергом. Это решение было одобрено Верховным Советом, который единогласно принял директиву Центрального комитета от 15 апреля, касающуюся окончательного прекращения проекта пружинной стартовой площадки Фаральберга, программа XP-25. Все равно не расшифровывается. ППСПФ, да.
Директива объявляет временное закрытие космодрома в Комсомольске и расформирование группы летчиков-испытателей товарища Форальберга, программа XP-25, с распределением их по другим подразделениям. Комсомольск, 21 апреля 1979 года. Генерал Балмушин, командир космодрома. Скорее всего, это не этот, я даже помню его фамилию. Его фамилия, по-моему, Шаров или Шаров. А, так что нет, но ключик у меня есть, и этот ключик, наверное, от его сердца. Мы подойдем к нему, он полюбит нас навечно. У нас даже есть два ключика от его сердца, такой. Но если совсем открываться не будет, можно будет клещами и отверткой немножко поковырять. Короче, все равно, он будет наш. Больше, по-моему, здесь ничего. Интересные столики. Мне еще кажется, что это какие... Ну, это скорее... А, это какой-то медицинский кабинет, что ли. Похоже на такие, но не чашки Петри. Ну, что-то такое глубоко медицинское. Итак, товарищ космический алкоголик, что мне с тобой делать? Мне от тебя нужна вот эта машина. Но для этой машины... А, мне, наверное, нужен ключ, который я как раз и достал, да? Здесь было место под ключ? Да, было. Взломать точно нет? Нет, точно нет. Ну, значит, этим. Шевелится. Ничего не... Ага. В чем моя задача? Мне понять. Я где-то открыл воду, мне кажется, что его до воды надо дотащить или еще... А, во, все, понял. Да, точно, до воды надо дотащить. Это что делает? Это ничего не делает, а это... А, ну, так все просто. А что будет, если я вот так поступлю? А ничего не будет. Ну, это мега просто. Я уже боялся этой машины. А это оказалось так. Это что, вода? Откуда вода? Хватит, прекратите сейчас же. Да вы что, утопить меня решили? Я пробудил тебя. Пойдем со мной. Хочешь синюю или красную таблетку? Признавайся. Эй. Да блин. А, ну да, он же отсюда падал, так что это по-любому на разных уровнях сознания. Но главное, пока я к нему пойду, чтобы он не убежал куда-нибудь еще. Так, как мне отсюда спускаться? А, ну я слишком далеко и не уйду, я спущусь именно здесь же, да? Даже экрана не покидая, наверное. Это меня радует. Ой, нет, все-таки покинул экран. Сейчас я его буду догонять по всей карте. Нет, он уже стоит в боевой позиции. Сейчас как возьмет меня через бедро. Успокойтесь, все окей. Просто утренний душ. Вы вчера немного перебрали? Это точно. И не в первый раз. Думаю, что и не в последний. Ой, черт. Голова трещит. Говорите... шепотом, ладно? Извините, пожалуйста, я не нашла другого способа привести вас в чувство. Шепотом сказали. Да, способ вы нашли, что надо. Вижу, вы вообще решительная женщина. Шепот, это вот так вот. Сценический шепот, это примерно вот так вот. Нет, не так. Ладно, неважно. Не, на самом деле, сценический шепот, это совсем не так. Это был какой-то очень... как раз состояние близком к его вчера. Кстати, он сказал, что вчера упал, значит, я тут подразумевалось, буду очень долго думать над этой задачкой, что вся ночь пройдет. Но неважно, давайте поговорим на чистую голову снова. Видимо, ему надо то же самое я сказать. Я диетолог, юрист, занимаюсь очень важным делом. Вдаваться в детали не буду, но у меня здесь случилась вынужденная посадка. Приветствую вас на краснознаменном космодроме славного города Комсомольска. Разрешите представиться, полковник Борис Шаров, летчик-испытатель, не состоявшийся. Теперь вот охраняю остатки былой славы. Грандиозный комплекс. Жалко, что заброшенный. Вся космическая программа заброшена. Вот она, жизнь. Сегодня ты на первой полосе, а завтра никто не вспомнит. Когда по деньгам надо будет отчитываться, еще как вспомнят. Я приехала на поезде, но он сломался, к сожалению. Мне срочно надо в Арлабад. Мне сказали, у вас можно одолжить транспорт. Сказали? Кто же сказал?
Надеюсь, не Сергей Бородин? Он самый, директор индустриального комплекса. С ним поосторожнее, барышня. Он не в своем уме. Коварный и очень опасный тип. Он посоветовал найти вас. Но у меня такое впечатление, что ему до вас особого дела нет. Это меня мало заботит. А вам скажу только одно. С ним держи ухо востро. Ну да, а то руки он у нас уже отнял. Надо и уши держать востро. То и уши отнимет. Кстати, посмотрел, что востро пишется, оказывается, все-таки слитно. Ну, в принципе, да. Нету слова остро, хотя... На базе маловато машин. Когда космодром решили закрывать, отсюда вывезли все, что куда-то годилось. Неважно, поищу другой способ. Если что, спрашивайте, не стесняйтесь. Слушайте, совсем другой человек. Я ищу одного человека. Его зовут Ганс Форальберг. Я думаю, он был здесь лет 20 назад. Ганс? Ну как же, Ганс! Он придумал самый немыслимый летательный аппарат на всем космодроме. Да, увидеть бы его еще раз. Я бы ему даже простил, что он мне эту свинью положил. Что значит свинью? Что он сделал? Как же, знаменитое летающее крыло Форальберга. Понимаете, он изобрел ракету, а к ней пусковую установку на пружине. Завел и лети прямо в стратосферу. Мировая революция в технике. Я должен был ее испытывать. Мечта, а не работа. А за несколько дней до запуска Ганс взял и исчез. Поминай, как звали. Ну и программе, естественно, пришел конец. Так вот просто исчез и все? И не сказал куда? Понимаете? Ему нравились звезды и ракеты, но только без бомб, если вы понимаете, о чем я. У нас тут всем заправляли генералы, и постепенно Ганс смекнул, зачем им пусковая установка. Когда ему велели поставить на машину ядерную боеголовку, он решил с ними больше дела не иметь. И привет, ищи свищи. Но если все было готово, вы могли сами завести машину и улететь, разве нет? Здесь никто не мог сравниться с Гансом по части техники. А уж его изобретения прекрасные, безумные. Без него это мертвое железо. Куда там в космос? До свалки не долетит. Ну, а дальше? Дальше я приспособился летать, не выходя из дома. Я немного разбираюсь в том, как работают машины Ганса Форальберга. Как устроена эта ракета? Не могу объяснить. Вы же видите, я простой солдат. Не какой-нибудь там инженер авиакосмических наук. Блин, он каждый раз заканчивал на таких интересных мыслях, которые хотелось продолжить. А самая последняя фраза, где я должен ставить что-то от себя, вообще абсолютно не вставляется. Мой поезд остался на станции в Комсомольске. Он будет там мешать? Я бы на вашем месте его убрал и поскорее. Я именно так и сделаю, когда директор вернет руки для моего автомата. Из-за этого мне и нужно в Аралабад. Так не теряйте времени. Отправляйтесь туда и заберите, что вам принадлежит. Неизвестно, что еще выкинет этот ненормальный. Вам не очень нравится директор? После той истории он немного чокнулся. Я стараюсь держаться от него подальше, чего и вам желаю. Боюсь, у меня нет выбора. Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и Елена Романская. Вас не удивляет, что на космодроме столько птиц? Железные фермы. Тут для них просто рай. А сейчас еще тихо, спокойно. Вот они и слетаются тучами. Я иногда напускаю на них Гагарина, как в добрые старые времена. Гагарина? Это золотой ястреб. Последний остался. Нам же надо было разгонять этот курятник перед запусками. Ну и, ясное дело, ястреба на них. Вы б видели, каков наш Гагарин в деле. Мигом вся стая в рассыпную, только перышки разлетаются. В каком там году их программа закончилась? В 79-м? Или в 73-м?
Сейчас у них 2002, по-моему. На часах. Какой-то, мягко говоря, старенький ястреб, хотя вот насчет возраста ястребов я не знаю. Может быть, они тоже как черепахи живут по 100 лет. Вы знаете, где находится Аралабад? Аралабад? Давно о нем не слышал. Это морской курорт. Все большое начальство там отдыхало и развлекалось. Ну и еще военные после ранений, спекулянты, политики в отпуску, прочее жилье, вся шайка-лейка и все за казенный счет. А вот мне ни разу не досталось бесплатной путевочки. Без 5 минут народный герой и ни разу не отдохнул, как человек. А где именно этот город? На востоке. Нам больше знать не требовалось. Маршрут был заложен в дирижабль. Прямо отсюда и туда. По предыдущей фразе интересно, когда... Это что же, наверное, Назаров озвучил? Не только ж пьяного его он озвучил. Сколько раз он оговаривался, что... Без 5 минут народный артист. А туда ни разу, да. Ну, не герой, а артист. Ладно. Как вы думаете, дирижабль в порядке? Не знаю. На нем 100 лет не летали. Мне еще нужно разобраться с управлением. Об этом не волнуйтесь. Там автопилот. Взгляните, если интересно. Вот, ключ. Спасибо. Ключ точно такой же. Не стали рисовать новый. Большое спасибо за помощь. Извините, что разбудила вас так грубо. Ничего. Приятно было поболтать. А теперь, пожалуй, пойду на боковую. У тебя был долгий день. Судя по всему, весь этот день ты говорил только с ней. Ладно. В принципе, да, я бы на его месте тоже пошел. Че, меня теперь пускают? Да, там же был дирижабль на замке, а теперь мне, соответственно, туда можно пойти. Только я не помню, в какую именно сторону. Сказать... А, вон дирижабль, мне теперь надо подняться наверх. Интересно, по этой лестнице или нет? Вообще, дирижабль же это, мягко говоря, далеко не только механическая фигня. Там еще газ должен быть. Сомневаюсь я, что газ в нем все это время находился в нормальном состоянии. Запер мне там? Нужен ключ. Да, ключ нужен, но мне казалось, что еще будут мешать эти птички, но, видимо, нет. Птички, нате вам водочки. Нет? Ну тогда так. О, автопилот прямо в прямом смысле этого слова. Я все вспоминаю кадр, только я не могу вспомнить, как этот фильм абсолютно дурацкий назывался. Там было 2 фильма очень похожих. Один был «Горячие головы», а другой... «Аэро...» Блин, что-то про аэро. Только раз аэропорты было. Ну, есть такой, по-моему, «Братьев Цукеров» фильм, короче говоря, там был резиновый автопилот у самолета. Вот здесь тоже такой же примерно. Не похоже, что эта штука работает. Да ни одна штука у тебя не работает. Всем штукам надо руками помогать долго-долго. Что с тобой сделать-то? Может, кровь у тебя взять? О, слушай, ты же... Не? Вот как-то неочевидно немного. Так, здесь не выход. Больше кадров здесь нету. Значит, надо просто что-то сделать. Что-то куда-то засунуть. Я даже не знаю, на самом деле. Может, все-таки нужна... Нужен образец крови в ту машину, чтобы это взлетело. Но, в принципе, да, когда это взлетит автомат, значит, мне уже ничего не нужно будет. Я отсюда улечу, и все. Не похоже, что... О, подождите, пока он трезвый, надо было брать у него образец крови. Ну-ка, ну-ка, побежали обратно к нему. Заодно его спросим, почему у меня ничего не работает, и этот железный молодой человек ничего со мной не хочет делать, а должен хотеть. Я надеюсь, не потеряется космический алкоголик у нас нигде. Где он вообще здесь обитает-то, я уже забыл. Да, он где-то здесь, в своей капсуле. Это не капсула, это какая-то из ступеней ракеты, которая должна отстреливаться. Вообще хорошо обустроился. Жалко, нигде нет ларька по приему бутылок.
ты здесь? Ты слушаешь транс? Ой, ты не здесь. А куда ты спать пошел, интересно? Ну, транс, потому что музыка такая на заднем фоне. Я, прям признаться, не знаю, как выглядит стиль музыки транс, но мне кажется, что это... Есть что-то в этом этого. Вот твоя кровать, где ты? Ладно, значит, наверное, надо пойти все-таки к машине и постараться найти его там. Сейчас я слегка побегаю на заднем плане. А, наверное, да, наверное, он пошел спать к своему ворону. Может быть и нет, но... Мне кажется, логично, он должен бы жить-то там все-таки, нет? Этот ворон же мне обязательно пригодится. Зачем? Я думал, что мне птицы будут мешать попасть на дирижабль, но нет. Не похоже, что эта штука работает. Не похоже, что это... А, ну это одна и та же штука. Давайте сбросимся. Нет? Не знаю, надо попробовать все вещи сюда. О, ворон, ты должен реагировать на бутылку. Нет, тоже. Ладно, тогда поищем того, кто среагирует на бутылку. Как когда я уезжал с этого... Кармакштатом хочется назвать. Ну, из города университета у меня была бутылка вина. Сейчас я буду улетать из Комсомольска, у меня останется бутылка водки. Как-то прям прослеживается тенденция. Как я сюда попал, а? А, да, вот так, как-то неочевидно немного. Хм. Что-то я обследовал все канавы в этом захолустье, но так и не нашел, куда пошел спать наш дорогой старый алкоголик. И что самое интересное, я не могу даже найти то место, куда мне кровь приносить надо теперь. Как-то здесь все очень одноцветно, и места не запоминаются. Наверное, все-таки, чтобы вас не утомлять, я действительно вырежу, а не убыстрю. Следующий момент. Мы уже встретимся, когда я что-нибудь пойму, а то я сейчас буду долго думать. А, подождите, вот сюда я, по-моему, не ходил, да? Не, здесь я был, здесь он как раз и обитал. А, я вот сюда ходил. А, не, здесь... Здесь будет дирижабль, да? Или здесь как раз будка... Да, здесь... А, вот там дирижабль, а здесь, наверное, будка управления, это с кровью. Ну, крови-то у меня по-прежнему... А, вот он! Не буду я ничего вырезать. Но... У меня новые идеи есть, я хочу от тебя немножечко крови. О, действительно хочу. Товарищ Борис, мне нужно несколько капель вашей крови. Это еще зачем? Чтобы запустить центрифугу, нужен образец крови пилота. У космонавта должно быть железное здоровье, поэтому надо взять анализ крови. Это не больно. Две вещи всякий настоящий солдат готов сделать по первой просьбе. Снять штаны и пролить кровь. Хватит и второго. Как пожелаете. Это у тебя-то будет железное здоровье? Ай. А, там даже коробочка прямо с иглой. Интересно. У меня просто кровь обычно брали такой, отсасывающей штукой, а здесь, видимо, как раз именно колодца, и кровь стекает вниз без засасывания. Как-то у него так изящно торчит между штанами и верхом куртки. Некоторый участок его организма. Я предпочту на это не смотреть. Итак, у алкоголика с 20-летним стажем. Железное ли здоровье? Да. Требуется образец крови. Я ж всунул тебе кровь. А, вовсе. Я не понял, что ты берешь на самом деле, но... Результат ладно. Отрицательный. Повышенное содержание алкоголя. Кровь испарилась. Требуется образец... Недопустим...
Ладненько, ну теперь, по крайней мере, у меня что-то поднято. Может быть, там... О! Может, как раз там наш... Ой, космический алка... Я забываю его по имени, по фамилии я называть его не хочу. Потому что это слишком... Слишком официально для него. Антенна вертится, работает. Ну, у меня к тебе претензии, короче. Я надеялся, что его подняло в центрифуге, соответственно, он не сможет из нее вылезти и пить. По-моему, алкоголь выводится из организма целиком за 21 день, чтобы вообще ни капли не было следа. Так что у нас почти месяц занимательного общения, рассказывания философских историй. Главное тебя найти. Найти тебя явно сложно, да? Где ж ты можешь обитать-то теперь? Чё за тобой должна бегать вообще? Я девушка. Девушка, а ты старый алкоголик. А, то есть теперь я согласна это сделать, да? До этого у меня не хватало мужества. Я не могла посмотреть, например, как мужик колет себе палец и не умирает в муках моментально. То есть теперь я да, а до этого нет. Ну, в принципе, может быть, она... То есть ДНК пилота нужна была, чтобы поднять центрифугу, а моя уже... Совершенно другая ДНК, но без алкоголя доказывает, что я имею право водить самолет. Да пожалуйста. Что это было? Чего не могу теперь? Ничего не понимаю. Эй! А, он, наверное, как раз в центрифуге же, да? А почему у меня не получилось? Ладно, сейчас я его найду, если он там. А, так... Тогда мне нужна эта коробочка. Почему звук поднятия центрифуги теперь есть? Так, я выключу машину. Все равно не могу взять. Кажется, я разобралась с этой машиной. Садитесь и запускаем. Полковник, вы в порядке? В полнейшем. Легкое головокружение. Я же космонавт, в конце концов. А, я должен, типа, исполнить его мечту, запустить его на этом крыле. Вон он идет на заднем плане по коридору, если вы не видите. Мне кажется, это стоило бы немножко укрупнить, так сказать, киномеханическими методами. Ну, я, может быть, так и сделаю, хотя здесь очень большая пикселизация, и, боюсь, от этого будет хуже. Как слышите? Прием! Безобразно! Говорите громче! Я готов! Нажимайте кнопку! Летите отсюда нафиг. Будьте счастливы. Начинается отсчет. Программа запуска активирована. Начинаю отсчет. Так он не сел никуда еще. Полковник, вы не сказали про дирижабль. Как его запустить? Дирижабль надо коленчатым. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Это было всеобъемлюще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск.
покажите хотя бы, что произошло-то. Даже если я отсюда выйду, мне этого не покажут. Видимо, нет. Зато теперь могу сюда бегать прямо по взлетно-посадочной полосе. О, что-то здесь есть. Что-то вывалилось из него, пока я его крутила по центрифуге. Что-то очень неаппетитное. Это коленчатый, да? Да, коленчатый рычаг. Я все пытаюсь слово аналогичное коленчатый сделать только из слова локоть. Но локтятчатый как-то не очень получается. Странно, что он Гагарина с собой не взял. Может, мне все-таки надо спасти старую птицу? Ай, мне, наверное, не сюда нужно, а мне, наверное, нужно как раз к ворону сейчас вот в его штуку всунуть этот коленчатый и провернуть пару раз, потом уже прийти к дирижаблю. Но сейчас я сначала проверю в самом дирижабле, нету ли кому там вставить. Это я не понимаю тогда, зачем мне вообще нужен тот рычаг возле ворона. Коленчатый рычаг. Точно, не сюда. Ну, значит, побежали к ворону. Да, здесь есть именно дырка. Мы этого ворона, в которую отлично подойдет этот коленчатый рычаг. Если вы слушаете меня на заднем плане, без просмотра видео, не включайте, ваша фантазия нарисовала куда более красивые и интересные кадры. Суй! Молодец, Кейт, уверенно засунула. А, это условный сигнал для Гагарина. Так вроде не было ни слова о том, что мне птицы мешают. Или я это просто не расслышал? Вроде я все разговоры поговорил. Да опять эти амерзонские кукушки мешают. Они вроде единственные красные птицы, которые были в нашей истории. Но теперь я так думаю, что мне ничего не помешает отправиться на этом дирижабле. Полет. Но давайте отложим это до следующей серии, потому что в этой серии и так было. Уже была одна отправка неизвестно куда на летательном аппарате, две отправки это уже слишком. Ну, кстати, в этой серии даже две было. Потому что сначала полетел космический алкоголик, потом Гагарин. Гагарин полетел красивее. Так что пока что я с вами прощаюсь, это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь, ждите следующую серию. До свидания, пока!